Всем привет, ребята! С вами снова Эфи. Мы продолжаем проходить Little Nightmares. Потрясающего просто вида игра. Продолжаем с точности с того места, с которого закончили. И вот тут у нас этот глаз, ананас. Ананас смотрит на нас. Побежали, побежали, побежали. Так, вот эта фигня, она здесь. Ай, блин, я прям так, прям очень, ну, ничего, ничего, бывает, просто надо не останавливаться, я смотрю то, что вроде бы она замедляется, эта штуковина, и начинаю, короче, паника. Оно шатается. Это что получается? Что это какое-то типа... Ух. Я успела. Я молодец. Интересно, там надо было кого-то спасать или нет? Вот прям даже не знаю, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Так. Без паники. Я успела. Ой-ой. Что-то страшное происходит. Что-то сейчас будет жопка какая-то. Маленькие чудики побежали, и я за ними. Тюрьма. Достижение. Достижение получено, тюрьма. Чем долго грузится? Так, ну хорошо. Мы вышли отсюда. Уже хоть что-то. То есть, получается, я так понимаю, ой, боже мой, дополнение. Ачивменты же даются правильно же за то, что ты уже прошел. То есть, получается, я в тюрьме была. А сейчас я... Понятно где, короче. Так, подожди. А наверху что? Блин, это ж приколюха это с превью... не с превьюшки, а с главного экрана. Так, здесь я ничего не могу открыть, судя по всему. Хорошо, погнали тогда пока что вниз, посмотрим, что там, потому что это же... Ай-яй-яй. Вот тут немножко, конечно, с этими приколами не совсем удобно. Не всегда можешь рассчитать, как тебе, куда тебе. Что у нас? Ой, божечки, моя ты курочка. Куда побежал? Куда ты побежал? Вот куда ты побежал? Давай. Так, у нас тут вход в Нарнию. В мое обиталище. Так, это у нас сейф. То есть, если у нас здесь сейф... то мы можем пойти туда. Тут у нас есть чашка. А! Ну вот. Разбила. Нет. Прыгать. Так, хорошо. Та ёлки-палки. Получается, я что, не могу наверх залезть? Это вообще прям печалька. Да. Хорошо, если здесь у нас сейф стейшн, тогда можно пойти наверх. Если я вдруг там что-то произойдет, то я того этого.
загружусь на том месте, да и все. Так, побежали, побежали, побежали. Так, и здесь можно залезть. Двери не открываются. Хорошо. Тай, ёперный городовой. Ага. Очень интересно. У нас есть два места, куда мы можем пойти, и я вообще, короче, просто не могу. Я сейчас с ума сойду. Оттуда, подожди, оттуда же вообще нельзя, по-моему, вернуться, получается. Не, стой. Туда, куда забегают эти чудики, туда и надо. Сюда я не смогу залезть, значит, мне надо наверх. Короче, погнали за чудиком. Ну, просто-напросто хочется как-то, знаете ли, много куда посмотреть, чего увидеть. И вот получается вот такая вот бильбердистика. Да. Окей. Так что погнали. Еще в дверь долбалась. Ну, нормально. Типичная я. Эти можно открывать? Ай, моя ж ты девочка. Ты можешь по ним лазить. Такая ляля. Боже, боже. Так. Чпоньк. И что? Куда можно пройти? Я не понимаю, как. Ну, там куда... Это сложно. Что-то прям... Он туда пролез, а я не могу. Алло. И мне хочется заглянуть туда. Я не могу заглянуть. И меня прям это вот прям коробит. Подожди. Может, надо стул? Подожди, недаром же тут вот стул стоит. А наверху что? Я не понимаю, что. Вот это вообще креатив технолюжинс. Слушайте, я себя начинаю чувствовать гениальной. Бляха-муха, тут большой глаз. Да? Или нет? Тут большой стул, большой глаз. Боже, куда я иду? О май гад. Маленькие чудики. Ой, смотри. Сидит жир. Так, тут у нас какая-то тетенька. Ну, короче, тут всем заправляет баба. Судя по... Ну, я так полагаю, да. Хорошо. Ку-ку! Куда пошел? Куда ты побежал, глупый? Почему они от меня убегают? Я ж нормальная. Звуки, конечно, просто. Мое почтение. Ну и где он? Куда убежал? Слушайте, а он меня куда-то направляет. Смотри, побежал. И куда? Моя ты зайка. Иди сюда, обниматься будем. Ой, моя ты курочка. Боже, я не могу. Это мои любимые теперь персонажи будут. У меня аж это, аж глаза слезятся. Не могу, это настолько мило. Получается, видите, что надо было? Те убегали, мне надо было за ними бежать. Ой, малышки, корочки. Ужас какой. Я такая, я все профукала. Все полимеры. Так, это не открывается. Тут есть стул. Стул. Для чего нам нужен стул? Не знаю. Сейчас будем что-то думать. Стул. Чего он там нам дает этот стул? Сейчас его подвинем сюда. Максимально близко.
Ну, получается, я только ради этого чудика сюда и пришла, по большому счету. Больше тут нечего ловить абсолютно. Я застряла. Отлично. Ладно, все, погнали отсюда. Получается, там на кухне жирный чудак сидит в кладовой. И как бы привет. Ну все, короче, для меня, как для человека, который, знаете, любит все вот эти вот штуки находить, и так далее и тому подобное, это уже, знаете, будет принципиально за каждым вот таким вот чудиком бегать по мере возможности, естественно. Посмотри, такая лялечка, пупсик. Вот, и там он в углу, слева. И вот и всех обнимать. Это же вообще. А потом тебе дадут ачивмент за обнимание. Ну, мне вряд ли дадут ачивмент какой-то, потому что я одного пропустила. Как минимум одного. Печально. Ладно. Можно и уровни я ну, переигрывать, так что. Куда побежали? Куда они побежали? Куда-то туда. Так, это у нас просто. Можно вот наверх еще лезть. Тут какая-то баба, мужик. Непонятно, короче, в шляпе кто-то. Очень все стрёмно, очень все страшно. И здесь нам. Но поскольку здесь эти штуки, то мне ступудняк наверх. Но поскольку мы не ищем легких решений, путей, мы пойдем открывать стену. Потому что вот туда же есть. Ну, как бы, знаете, игра на внимательность на самом деле, притом на не хреновую такую внимательность, потому что, видите, вот на полу царапины от шкафа. То есть, ну вы поняли, да? То есть я сейчас буду это двигать. Все. Поехали! Игра просто обожаю. Да, но эта штука. А, подожди, нет, это, наверное, вот эта ерунда. Так, кто у нас тут? Ну там вот. А, она, походу, в обе стороны стена. Я что думала, что эта стена ну, в ключ. Короче, будет двигаться, когда рычаг этот. Ага, ключ. Нужен ключ. Ключа нету. Где ключ найти? Где ключ найти? Так, хорошо. Сейчас будем. Может быть, сзади что-то есть? Потому что тут очень, знаете ли, интересно сделано. Я знаю, где. Вот здесь. Швыряй. Нет. Есть. Что тут? Что-то есть, что-то есть, что-то есть, ничего нету. Ай, ни черепки, не отвратительно как. Ничего нету. Что за фигня? Я думала, там будет ключ. Но его там нет. Хорошо. А что там хоть? Непонятно. Ну там. А эти куда делись? Они же сюда убежали. Блики от света, конечно, просто супер. Ну, тут можно и в другую сторону было открыть, но я же как обычно. Вот баночка есть. Накинем. И ех. Тапочек. И ех. Забавно, что. Ну, нет, мы сейчас все кувшины нахрен поперебиваем. Мне ключ нужен. Нету, да? Нету, нету. Ничего нету. Сейчас вот этот здоровый ляпнем. Можно его ляпнуть? Блин, может надо было его стукнуть так? Но там наверху он еще есть, смотри, целая куча. А тут, наверное, можно так залезть. Вон он, ключ. Панталошки висят. Так, это все супер. Но. Но нам надо не отсюда. Бляха-муха, как я. Моя что? Давай, слезай.
Короче, мое уважение. Поправим наш капюшончик. Звук, конечно, не из самых приятных, но что поделать. Подожди, можно банкой, можно... Сейчас мы прицелимся и как ляпнем. Сейчас, подожди. Вот так вот. Нет. Баночка, она жестянка. Вряд ли она что-то сделает этому кувшину. Ладно. Так, можно шаш на самый верх. У ёшкин дрын. Вон оно. Сейчас как разобью. Сейчас как разобью. Социально полезное действие. Ибо нефиг. Бухать зло. Швырнула. На кровать прыгнула. Сюда прыгнула. Может, тут что-то еще есть? Что-то, мне кажется, что вряд ли. Взяли ключ. Побежали, как сломя голову, как в последний раз. Эти. Уньк. Открылись. Куда? Ай! Эти ваши двери. Так. Бабазянка. И чё мне с ней? Глупая бабазянка. Она хлопает. Окей. Давай, бери. Наверное, надо этой бабазяной швырануть наверх. Ну, вообще, дай бросит. Удерживайте, чтобы бросить предмет. Но я удерживаю. Может, подпрыгнуть надо? Хотя, не, как я подпрыгну, я этой штукой швыряю. Ага. Чума просто. Надо ближе подходить, тогда оно будет нормально. Сейчас как запрячусь. Ай, блин, обезьяну надо обратно. Боже, скрипит. Потертое седло просто. Сразу спрячемся. А то что-то я чую, не зря тут, знаете, этот кармашек стоит. Ой, там еще можно вон открыть. Клетку, наверное, можно открыть. Ну, сейчас проверим, во всяком случае. Так, ну вроде никто не идет. Ой. Не, нельзя открыть. Да ёшкин дрын. Наверху ничего нет. Ой, труба куда? Ой, божечки. Опять она есть хочет. И кашляет, и все подряд. Ой. Так, сохранились.
Бегать не может. Ой, прям что-то вообще печаль, беда. Может, из-за того, что я очень долго все делаю? Ой, моя ты девочка. Давай, давай, моя хорошая. Вон кусочек мя... Боже. Какой ужас. Ой, это прям вообще... Просто меня схватила козлина. Не, ну это вообще можно вынести, а? Там много, смотрите, таких детей. Это что, получается? И они ну, большого размера, то есть, как бы, ну, как дети обычные. А она прям манюсенькая-манюсенькая. Ляп. Ой, боже. То есть они их что, голодом, получается, морят? Да уж, конечно. Чтобы они такие, типа, тощие. Ну да, она прям очень худенькая. Да ё-моё. Так, супер. И чё? Может, надо раскачаться на этой штуке? Давай. Наверное, да. Вот так вот. Оп. 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 Ща, мы ещё дораскачиваемся так по-конкретному. Ну вот, и дети остались те сами. Ужас. Так. Двери. Ай-яй-яй, что же делать? Я не могу двери эти открыть. А, подожди, там... А, по этой фигне все. Сейчас полезем. Теперь у нас сейф-поинты это свечки, что ли? Получается. Видимо, да. Блин, прикольно сделано вообще. Прям супер. Ой, боже, волосы лезут в лицо. Посмотрите, маленькая гильотина. А, боже, какой кошмар. Не, ну игра, конечно, вот по атмосфере прям... Прям вообще... Мега. Ой. Чё это за чё? Чуметь, они едят детей. Они их просто заворачивают как колбасу. Вот чума.
Так, ну он меня не видит, он меня только щупать может. Ужасно. Моя зайка. Я надеюсь, он сюда не сможет. Сюда зашел. Ужас. Вроде. Музыка стихла. Блин, эта труба просто, это стрёмно было очень. Очень стрёмно. Прям дико стрёмно. Ужас. Просто ужас. Маленький сандалик. Подожди. Там лестничка была. Моя ты курочка, зайчик, привет, пупсик. Кукусики. Холосер. Смотрите, у него тут морковка. Блин, вы только не говорите, что это маленькие детки были. Это вообще труба. У них картины, смотрите, спрятаны. Ку-ку. Блин, вообще. Ну тут, наверное, тут, если честно, тут так, если играть, наверное, по копасу, такая история закрученная. Просто забей. Ай, моя ты зайка. Бутечка. Я пошла. Давай, покеда. Так, это получается, наверное... Да, это вот та фигня. Вот, социально полезное действие. Это вам не хухры-мухры. Боже. Просто дикая аллюзия, понимаете? Дичайшая. Капец. Просто капец. Я не могу, наверное, запрыгнуть. Я думала, я смогу. Труба. Что самое интересное, вот сделано, то есть вот видите, там башмаки вышвыриваются и так далее.
То есть, как бы, ощущение того, что что-то происходит еще помимо того, что ты вот здесь находишься, и вот ты что-то делаешь, да, еще вокруг тебя что-то кто-то делает. Прям вообще капец. Так, хорошо. Прыгнули, побежали. Ай-яй-яй-яй, сожрала, гадина. Тут бегать нельзя, по большому-то счету. Не успеваю я, блин. Ой. Видимо, надо как-то разогнаться и побежать. Хорошо. Типа разгон, прыжок, типа, чтобы дальше прыгнуть. Ну, звуки еще, конечно, просто потрясающее что-то. Так, ну тут видите, еще так диагонально поставили. Так, и супер, и чё? Ага. И то. Фух, хорошо. Тут еще... Ой! Все, я убежала. Идите в баню. Что это такое? Что-то валяется, какой-то кусок мяса. Ужас. Это крысы, это крысы. Вот для чего эта ниша, блин. О, божечки. Это то место, где я была уже, то есть. Так. Ой, блин, сейчас его отвлекать надо будет. Ёрген, так, не, надо толкать эту штуку. Блин, она очень тяжелая. Дашь мне ее толкать-то? Ну, блин, по логике вещей... А, на лампу, наверное. На лампу зацепиться.
Только так. Да. Хотя, блин, это нелогично, я не могу залезть на эту фигню. Надо типа банку не могу взять, она застряла в текстуре. Что там вообще? Непонятно. Не. Не гляну даже, что там за этой фигней. Что-то я не въезжаю немножко. Либо эту фигню надо. Чё? О! Очуметь. Зайка сидит. Ай-яй-яй, как залезть? Уйди ты. Куда он убежал? О! Где он? Охренеть, кукловод херов. Так, ну и где этот маленький чудик-то? Так, он вообще никакой реакции не проявляет. Меня больше интересует, где вот та малютка. Я вот сейчас, ну, просто хожу там, типа, пытаюсь схватиться. Если там кто-то есть, там, походу, никого нету. Окей. Давай возьмем эту банку. Блин, а того чудика я так и не нашла. А в ту сторону, если? В той стороне ничего нету. Ладно, я не буду банку эту с собой таскать, а то она вообще мне тут там ни к селу, ни к городу. А тут того чудика так и не нашла. Ну, блин! Не надо его найти. Где он? Разве что он только убежал туда наверх. Как-то очень незаметно. Что я даже не поняла, как. Давай. Ты встанешь. Я
тебя руки длинные. Фух. Так, тут очень много всего интересного. Слезть отсюда это вариант или нет? Сейчас, давайте я посмотрю, что там. Ага. Мне бы с... Ага, то есть я там упаду и все, и больше я туда не вернусь. Ну, ладно, его не так уж сложно, если что, за этот... Забайтить, так скажем. Юа. Может, даже можно было в игрушках типа прятаться. Скорее всего. Довольно необычно. И видите, по ковру только ходить. Что если ходишь не по ковру, то он агрится. Потому что оно скрипит. Бляха-муха. Это брать я не могу. Хм. Боже, там в мешке кто-то. Хорошо. Блин, ну просто игра. Просто вот. 20 из 10. Так, ладно, побежали. Побежали, они присели. Видели? Подкаты умеет делать. Да. Но того чудика я так и не поняла, где он вообще. Ну, то есть... Что-то ходит кто-то, бродит. Ёб твою мать. Вот это капец. Так, это все супер. Вот, к примеру. А вот это для чего? Так, я это не могу трогать. Даже запрыгнуть на это. Запрыгнуть не могу. Ну ладно. Просто труба. Еще так дышит, боже. Ага. Ага. Так, я поняла, короче, тайминги ловить надо, да? Вот это я словила просто. Жопа. Вы видели? Это труба. И ну, по ковру, когда ходит, то нормально. Короче, сейчас долбает первый раз часы, и я бегу просто. Хватаю башмак. И бегу.
Эй! Нормально, меня, короче, через текстуру протолкнуло. Пойдет. А дурить? Слушайте, какой-то корабль, что ли? Непонятно. Меня больше интересуют чудики, которые здесь есть на уровнях. Вообще, на самом деле... Давайте, наверное, на этом закончу. Потому что, чтобы серии не прям дико длинные не получались. Игра очень интересная, просто затягивает жутко. Вот, поэтому хочу вам сказать всем большое спасибо за то, что смотрите. Надеюсь, что вам интересно. Увидимся в следующем видео и пока.